остановились на мусоровозе. Get away from me. Возможно, это, правда, не мусоровоз, а какой-нибудь строительный отходовоз. Но, тем не менее, держись от него подальше. Мы сегодня идем в Lotte World вдвоем с Евой, потому что у нас все еще дома ковид. И пока мы совсем окончательно не попали под это дело, надо успеть, пока мы здоровы, пока мы не лежим с температурой 39 и вот это вот все. Так вот, по поводу билетов. К сожалению, билеты для иностранцев, кстати, на билеты для иностранцев есть огромная скидка в 30%. То есть, если так стоит 60 с чем-то билет, то иностранцы могут приобрести его примерно за 40 тысяч. Есть печальный момент для тех, кто обладает русскими картами, потому что с русской карты не купить, а если у вас есть корейские друзья, то и с корейской карты не купить. Но можно купить с Kakao Pay. Это как Samsung Pay, только Kakao Pay система. И это Kakao Pay, с ней есть один прикол. Там еще дополнительная скидка сейчас идет, поэтому нам эти билеты достались за 35 тысяч вон, что в переводе на русские рубли будет где-то 1750 рублей. В доллары меня просили переводить, сложно мне в доллары переводить, потому что курс доллара постоянно плавает. Ну, где-то это, наверное, 1,3 надо делить. Так что, если вам нужна сумма в долларах, делите на 1,3. Мы не знаем дороги, поэтому идем немножечко по наитию. Сейчас мы в Lotte, это Department Store, спускаемся на минус первый этаж, чтобы купить кофе. Потому что перед аттракционами мы закинулись драмины, а после драмины очень хочется спать. Мы напоролись на булочную. Перед Lotte World лучше поесть, потому что в Lotte World все очень дорого и очень невкусно. Как правило, и безумные очереди. А там и так безумные очереди. Вы не хотите отстаивать еще безумные очереди на... Господи, как это называется? На еду. Поэтому сейчас мы выпьем кофеек и съедим вот эту вкуснящую. Нам ее порезали. Так что ом-ном-ном. Сейчас в Корее сезон хурмы. Поэтому, когда мы покупали сезонную булочку с крем-чизом, выяснилось, что это сезонная булочка с хурмой. Это офигенно вкусно. Кофе, кстати, тоже ничего. 12 часов дня. Играет какая-то эпическая музыка, а нам вот туда. Вероятно, туда. Нас пропустили с такой скоростью, что я сразу поняла, как быстро здесь все происходит. Именно потому, что очень много посетителей. Мы для начала двинем на Magic Island. Мы пришли к самому важному. Блин, такой хорошенький. Дорогущий, небось. Какая-то спешл серия лавандовая. Какая, я не могу. Аттракцион, который мы для себя выбрали, выглядит очень спокойным. Как-то они с очень скучными лицами туда-сюда ездят. Нам нужно что-то для разогрева. Такая маленькая тошниловка. Кажется, они ускоряют. О, первые вопли пошли. Вот из-за этой позорницы, что-то там куда-то уронившей, мы теперь все стоим и ждем. Потому что что надо делать, когда идешь на аттракционы? Складывать все в кармашки, застегиваешься, ясно тебе? В тематических парках всегда показывают, что сколько минут тебе нужно ждать. Да, то есть 40 минут. И вот здесь, например, на этот аттракцион можно идти только, если ты выше 125 сантиметров. То есть можно подойти и помериться, выше ли ты 125 сантиметров или нет. Если у вас есть выбор прийти в Lotte World в будний день и в выходной, вывод очевиден, приходите в будний день, потому что в выходной, как мы пришли, но мы работаем же,
Некоторые очереди придется ждать по 120 минут, то есть по 2 часа на самые классные аттракционы. Типа там по Space Adventure, Faraon Adventure, Французская революция, есть такой аттракцион. Их все приходится очень подолгу ждать. Попали на один из не очень популярных аттракционов, который называется «Приключения Синдбада». Отстаем небольшую очередь внутри, но тут уже хотя бы поинтереснее. Заставочки целые показывают. Чтобы вы понимали, вот эти вот девочки просто посетительницы парка, которые взяли в аренду принцесса Платьюшки. Сюжет снимает какой-то прямо напротив туалета. Интересно, про кого? Тот аттракцион, который обязательно надо посетить. И очередь на него, как вы понимаете. Просто капец. Вот этот вот. Ух! На самом деле очередь уже гораздо короче, потому что когда мы только-только пришли, она была просто огромная. Ну и это традиционная история со всеми этими парками, что вот такая вот капец какая жопа с очередью. Мне искренне жалко всех этих школьниц, которые просто в тонюсеньких колготках, в коротеньких юбках, потому что холодно на улице очень. Я в пухане не чувствую себя в тепле особо. И как бы в кроссовках у меня немножко подмерзают ноги. Они просто с голыми ногами. Капец. Попронки порё, блядь, пир обсо уже, нахуй. Свою вагину беречь не будешь, ты заболеешь, потом цистит, никто же не отменял, блядь. Тебе пиздец будет, потом уже никакой не юрщиме, нахуй. Поняла меня? Поняла. Ироке. Вообще, Лотте Ворлд считается более детским парком аттракционов, но если посмотреть, здесь очень много взрослых, очень много подростков, и снаружи, именно на Magic Island, очень-очень-очень много таких каких-то крутых, страшных аттракционов. Вот эта вот история. Она падает вниз со скоростью 100 км в час. А вот там, кстати, Лотте башню видно рядышком с ней. Вот так вот. Немного, кстати, впечатлений по поводу вот этого аттракциона. Именно как аттракцион, с которого начать, он прям очень даже неплох. То есть приятное такое воодушевление. Синдбад, на которого мы тоже ходили, он тоже очень приятный, к тому же он не очень популярный. А если бы мы знали корейский, было бы наверняка гораздо интереснее, потому что там параллельно рассказывается история, много восковых кукол, и что-то происходит такое, именно как ты едешь, и тебе что-то показывают. Периодически лодка бухается, и ты такой подвизгиваешь даже чуть-чуть. Но это не сильно такой прям аттракцион, чтобы страшный или на адреналин выбивающий. А вот это вот капец, куда стоит огромная очередь, и куда мы пытаемся стоять, это как раз-таки адреналиновый аттракцион. Но стоять там на него где-то часа полтора, я подозреваю. Ура, ты продвинулась. Ура, мы наконец-то попали вовнутрь. Посмотрите, какие в иллюминаторах нашей космической станции красоты показывают. Стоим тут, значит, на Галактический экспресс, в общем-то, в очереди. Вон Землю видно. А с этой стороны нас пытается поглотить галактика. Мы поели в KFC, мы даже не стали это снимать. Но я хочу сказать, что корейский KFC очень корейский и очень не KFC. То есть, ну блин, сделать стандартные KFC-шные бургеры так, чтобы были на вкус, как корейская еда, которая прям вот у нее есть определенный вкус, вот это вот корейской еды. И они сделали это с KFC-шными бургерами. Мы совершенно случайно попали прямо на парад, прямо под парад.
Донецк, парады, конечно, попали, но все равно прикольно.